Всем привет! С вами команда Carp Today, и сегодня в нашем обзоре беспроводной фонарь с пультом дистанционного управления, а также различные девайсы и аксессуары от компании Rich Monkey. И первым делом мы вам расскажем про фонарь, который является отличным интересным решением для организации освещения как в палатке, так и вообще в вашем лагере. Как и практически вся остальная продукция от компании Rich Monkey, этот фонарик включает в себя очень много интересных и практичных опций. Ну, такая простая коробочка картонная, довольно-таки плотный картон, открываем. Что у нас внутри? Значит, мы внутри видим две специальные веревочки. Собственно, сам фонарик. Фонарь из себя представляет такую конструкцию. То есть эти веревочки специально здесь можно по бокам будет пристроить, для того, чтобы без различных остальных каких-то ухищрений его можно было подвесить куда-то вам удобно в палатке, либо где-то в лагере. Также у нас в комплекте идет специальный провод для зарядки. Небольшая инструкция, в которой расписаны основные характеристики фонарика и как его использовать. Пульт дистанционного управления и магнитная полоса, которая служит для крепления фонарика. Давайте остановимся на способах крепежа данного фонаря. Как я уже изначально сказал, тут идут такие две веревочки. Вот с двух сторон у фонаря здесь есть такие отверстия, куда можно вставить. И благодаря веревочкам либо на одну, либо можно вот с двух сторон так подвесить. Вот это первый способ. А второй, очень интересная находка от компании Rich Monkey, это вот специальная магнитная полоса, про которую уже говорил. Она идет в комплекте. В чем особенность? У фонаря вот здесь в основании также идет магнит. И магнитная полоса очень надежно и довольно крепко прилипает к этому основанию. Это позволяет вам разместить ваш фонарь непосредственно внутри палатки к любой из стенок, прямо через ткань. То есть вы с одной стороны внутри палатки вешаете фонарь, и с другой стороны прямо снаружи прикрепляете магнитную полосу. Фонарик будет держаться очень надежно. Мы сами пробовали на своей палатке. В любой дождь, любой ураган, который у нас был во время рыбалки, фонарик держался, никуда не смещался, не падал. То есть магнит держит очень крепко. Чем еще уникален и так интересен этот способ крепежа? Тем, что многие палатки, а особенно карповые палатки, ввиду того, что производители исключают все лишние преграды на пути к выходу, да, у нас в палатках практически нет никаких сверху веревочек для крепления. Иногда бывает в некоторых моделях только посередине. А здесь с помощью магнита вы можете прикрепить фонарик вообще в любую часть вашей палатки, хоть сбоку, хоть сверху, хоть опять же посередине. Можете разместить его над своим рабочим местом, либо над раскладушкой, вечером почитать книгу. Фонарик будет надежно держаться и доставлять вам свет в нужную точку вашей палатки. Давайте теперь поговорим о технических характеристиках данного фонаря. Фонарь имеет 4 режима освещения. Это тусклый белый, яркий белый, тусклый красный и яркий красный. Сам свет достаточно яркий, но при этом он не слепит глаза, он немножко рассеивается. Для включения и переключения режимов освещения у фонаря вот здесь сбоку есть специальная кнопочка. При ее нажатии фонарь последовательно включает тусклый белый свет, еще одно нажатие мы имеем яркий свет и дальше выключение. Для того, чтобы переключить режим в красный, нужно нажать на кнопочку 2 раза. То есть мы сначала включаем белый свет, нажимаем 2 раза, фонарик переключается на красный. Еще одно одинарное нажатие, мы получаем яркий красный свет. Ну и дальше также выключение. Но удобство и основная фишка именно этой модели фонаря заключается в том, что в комплекте идет пульт дистанционного управления. Поэтому переключать режимы освещения намного удобнее и практичнее именно с пульта. Здесь мы видим 3 кнопки. Это кнопка включения-выключения, кнопка переключения белого освещения, кнопка переключения красного освещения. То есть у нас здесь белое и красное идут отдельно, каждая кнопка. Стоит также отметить, что этот пульт уже оснащен батарейками, которые вставлены внутри. Данный пульт имеет достаточно широкую зону охвата и работает под разными углами. Давайте посмотрим на работу пульта в действии. Как я уже говорил, сверху идет кнопка включения и выключения. При нажатии на нее у нас загорается первый режим работы фонаря. И дальше переключаются режимы 2 следующими кнопками, белый и красный. Переключаем в белый свет, еще раз нажимаем на белый, у нас получается другой режим этого белого света. Ну и красная кнопка, опять же, яркий красный свет, тусклый красный свет. Еще одно нажатие кнопки включения-выключения выключит наш фонарик.
Многие спрашивают, для чего в фонарях используется красный свет. Причем это касается не только данной модели фонаря, но и многие налобные фонарики также имеют такой режим работы. Когда мы долго находимся в темноте, наши глаза привыкают к этому режиму освещения, и при дальнейшем резком включении света нам требуется некоторое время на то, чтобы зрение снова подстроилось. Включение красного режима освещения таким образом на глаза не влияет, и переход происходит более плавно. То же самое, в принципе, можно сказать и про рыбу, которая находится у вас на ближней точке, либо в процессе вываживания, когда она уже подошла близко к берегу. Чтобы не пугать ее, можно пользоваться красным режимом освещения. Отдельно стоит сказать про питание данного фонаря. Он работает не от батареек, а от встроенного аккумулятора. Зарядка фонаря осуществляется при помощи самого обычного разъема microUSB. Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч. И этого хватает на беспрерывную работу фонарика в режиме яркого освещения до 10 часов, в режиме тусклого освещения до 120 часов. Чтобы добиться таких больших показателей работы аккумулятора, мы вам советуем перед тем, как использовать фонарь, провести несколько циклов полной разрядки и полной зарядки аккумулятора. Тогда он будет вам служить намного дольше и будет намного дольше светить. Дополнительно для данного фонаря вы можете приобрести защитный транспортировочный чехол. Он представляет из себя такую жесткую конструкцию с логотипом Риджманки на молнии. И здесь у него внизу есть специальная ниша, куда вы можете положить пульт дистанционного управления. От себя хочется добавить, что при покупке данного фонаря мы решили в своей команде практически все вопросы, что касается освещения лагеря и палатки. Потому что раньше мы пользовались какими-то непонятными подвесными фонариками, которые никогда не знаешь, куда прикрепить, никогда не знаешь, сколько нужно с собой брать батареек, потому что они просто постоянно заканчиваются. Здесь мы не имеем никаких проблем ни с креплением, ни с тем, чтобы трое суток фонарик у нас был в рабочем состоянии. Если что, его можно всегда подзарядить от любого портативного зарядного устройства. Ну и также, благодаря определенным еще девайсам от Риджманки, этот фонарик можно будет использовать и на берегу, и вообще для освещения лагерного пространства вне палатки. И первый аксессуар, о котором мы хотим рассказать, это быстросъемный крепеж фонаря для стойки от компании Риджманки. В комплекте у нас идет вот такая специальная пластина и крепежные элементы. Пластина сделана из пластика, имеет вот здесь такие специальные бортики, и по краям есть магниты. Магниты нужны для того, чтобы, опять же, наш фонарь хорошо тут держался. Как мы видим, он прям сам практически туда ложится. А с помощью вот этих бортиков мы фонарь никак не можем сместить в бок. То есть он надежно держится и никуда не упадет. Ну а с помощью вот этих крепежей мы можем закрепить пластину на любой стойке. Давайте посмотрим, как будет происходить крепление. Здесь у нас в данной части есть специальная резьба, которая подходит, в принципе, к любой стойке. Ну вот в качестве примера возьмем у нас сегодня стойка Jack. У нее здесь, соответственно, отверстие для крепления. Накручиваем прям до конца этот механизм. Все, накрутили. Дальше у него вот здесь вот есть такие специальные пазы, в которые мы вставляем нашу пластину. И с помощью вот этого винта мы пластину закрепляем там. Ну и, соответственно, с помощью этого же винта мы потом будем регулировать наклон нашего фонаря так, как нам будет нужно для освещения. Все, мы закрепили пластину, и теперь можем спокойно помещать сюда фонарь. Он будет надежно держаться. Вот этот крепежный механизм вы также можете приобрести отдельно. Это очень удобно для того, чтобы на второй стойке можно было поставить еще одну камеру GoPro. Она имеет точно такие же посадочные места. И еще один аксессуар, о котором мы хотим сегодня рассказать, это Action Station Base Clamp. Как вы знаете, у компании Риджманки есть отличная и удобная система для хранения аксессуаров под названием Action Station. Эта система крепится на любую стойку, как на стойку от палатки, так и на стойку, которую можно воткнуть в землю. Так вот, здесь мы получаем отдельно вот этот крепежный элемент. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. В комплекте у нас идет вот такой специальный крепежный механизм от Action Station и плюс резиновые вставочки, с помощью которых мы можем подобрать любой диаметр на любую стойку или на стойку от палатки. Давайте посмотрим, как этот механизм можно закрепить на стойке. Стойку берем ту же, которая была до этого. Подбираем под нее заранее вставочку резиновую. Вот у нас в данном случае подошла вот такого размера. Дальше мы берем механизм, откручиваем вот этот основной винт, и открывается дужка. Этой дужкой мы захватываем нашу вставку, закрываем винт и закручиваем его до того момента, когда у нас все будет надежно держаться.
все, получилась такая конструкция. Я вот не могу ее даже силой сдвинуть. Все, мы закрепили настойку. А дальше здесь есть еще две регулировки. Первое, это такой же винт, как был в предыдущих аксессуарах. То есть мы его откручиваем и сюда просто вешаем то, что нам необходимо. Например, держатель для фонаря или для камеры GoPro. То есть, что вам нужно в данный момент повесить, то и закрепляем. И, соответственно, вторая регулировка, которая тут есть, это вот этот уникальный шарнирный механизм от Action Station. То есть мы немножко откручиваем вот этот винт и дальше перемещаем механизм на 360 градусов, так как это необходимо. Поставили в нужное положение, закрутили. Все, здесь все тоже очень надежно крепится и никуда у вас ничего не упадет. Все товары, представленные в этом обзоре, вы можете купить в магазине carpshop.ru. С вами была команда Carp Today. Всем привет!